Современные технологии добрались до школы, до коррекционной школы. Скажите, пожалуйста, а как правильно называется этот комплекс? Этот комплекс называется комплекс нейрокогнитивной реабилитации ВИАРТ. Это вам не какой-то VR, а настоящий ВИАРТ. Погружение в мир искусства с помощью шлема виртуальной реальности. Три образовательные программы от 20 минут до полутора часов с нового учебного года доступны воспитанникам коррекционной школы «Надежда». Ребенок начинает верить в себя. Ребенок начинает понимать, что у него есть возможности гораздо больше, чем то, что он о себе раньше думал. И это развивает всячески, потому что если ребенок в себе уверен... Директор школы Ксения Махнач говорит, со шлемом позанимаются все ученики без исключения. А если будет запрос, могут пустить детей и из других учебных заведений. Рисуя деревья, Шишкин пытался показать русскую природу, как она есть, без прикрас и подражания иностранным мастерам. Новое оборудование, учебные материалы, все свежее, сложено пока прямо в классах. Ксения Сергеевна на себе показывает жилеты, спасающие внимание. Они увесистые и в прямом смысле призваны обуздывать энергию юных непосед. Это, грубо говоря, физически его приземляет за столом. Вот. И благодаря этому простому жилету, а у нас их ряд, это еще есть еще в коробках, ребята будут сидеть на уроках. Они будут слушать своего учителя и они будут учиться. Надежда получила самое современное оборудование в рамках федерального проекта «Доброшкола». Закуплено колоссальный объем всего, что только можно для развития логопедии, для развития психологии, для физической культуры, для развития детей когнитивных различных нарушений и исправлений. То есть очень-очень много всего, порядка 300-400 номинований, которые у нас новых появляются. Август – самое время принимать новое имущество на баланс, вписывать что-то новое в учебные планы. Работа во всех одинцовских школах кипит. Приятные сюрпризы ждут и более 400 учеников школы «Надежда». Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».